двигуни, пульти керування до медогонок, власне виробництво. На будь-які медогонки гарантійне обслуговування. Гарантія 3 роки. Приветствую всех на канале Маткавод. С вами я, Юба Кигер, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня 21 декабря. Я, как всегда, работаю. Машенька мне помогает. А пришли сюда конкретно снять ролик. Почему пришли? Потому что утром, когда я просыпаюсь в 6:20, потянулся, растянулся, думаю, посмотрю, что нового. Открывал ленту в Ютубе, так как ютуберам это важно. Тот, кто занимается Ютубом, важно посмотреть, что о тебе думают другие, о чем как бы говорят твои коллеги. Ну, это важно. И периодически каждый раз просматривается. И наткнулся на ролик Анатолия Стрельца, где он как раз смотрел на влагу. Ну и очередной раз, друзья, убедился о том, что сколько пчеловодов, столько и мнений. Что одному хорошо, что другому совсем плохо. Как одному нормально, другому ненормально. Я со своей колокольни объясню еще раз, наглядно покажу и расскажу. Итак, пенополиуретановые улья. Ну, у нас разные улья. У меня фирма Him Excellent. Он же у себя в ролике показывал улья компании Beehouse и Apex. Как бы разное исполнение, но тем не менее. Различие между теми и теми ульями в том, что большая крыша. Высокая крыша. Как на мой взгляд, из моей практики, так как я пчел уже держу не первый год в этих ульях, первый улей у меня где-то около уже, наверное, 7 лет перезимовал, я понял одно, что крыша должна быть плотно под самое гнездо. Тогда, чем она плотнее к самому гнезду, тем меньше минимализирует как бы скопление влаги. Чем есть возможность какого-нибудь вертолета в крыше или какого-нибудь вот пленки, где это все плотно не подлегает, тогда, конечно, холодный воздух с улицы имеет возможность зайти, а при сталкивании холодного и горячего и теплого воздуха при разнице в температурах, кому интересно, есть определенные шкалы, образуется точка росы и конденсируется. Из-за этого, из моих наблюдений, вот это важно. И также не только важно, чтобы крыша была и сетка в днове. Потому что сетка вроде бы в днове, но можно ее поставить на землю, и эффект с этой сетки тоже пропадает. Соответственно, если у вас уже все-таки улья на сетке с теплой верхней крышей, это важно, чтобы ваши улья были подняты от земли. Для того, чтобы, возможность этой влаги была выйти из этого улья. Чтобы она вышла, сквозняк под ульями, это все подсушило, это пропало. Так как если у вас и верх закрытый, и низ закрытый, ну, не годится. Для чего вообще улья-то теплые? Для чего их вообще придумали? Это для какой-то помощи пчеловодов. Но когда смотришь на ребят, когда они начинают, там, я не знаю, крышу поднял, потом еще какую-то проставку поднял, потом еще какую-то заглушку выбрал, потом что-то поклал, куда-то вынял, куда-то что-то перенес, я не вижу в этом помощи. Помощи я там не нашел. Тем более улики, они не дешевые. Соответственно, если уже тратимся на них, так пускай они приносят какую-то пользу. Я на сегодняшний день уже, я счастлив, что я на них перешел, потому что мне облегчило эту работу в разы. Ну и будем демонстрировать, какое же тут все-таки вот влага, есть или нету. Он свой ролик вчера снимал, мы сегодня. Соответственно, диапазон временной одинаковый. Температура уличная у него была, он говорил, плюс 1, плюс 2 ориентировочно. У нас также, у него припорошенный был снег на территории. У нас же вот снега нету. И будем смотреть, друзья. Какое тут максимально большое влага. Да, видим, она есть. Вот, видим. Вот пару капель. Но она где появилась? Как раз там, где крыша не прилегала. Пчелы сидят спокойно. Рамки не плесневеют, не черневеют. Ничего страшного тут не наблюдается. Видим, что даже тут не пленка приподнимала, а приподнимал прополис, где пчелы пытались его самостоятельно запрополисовать, чтобы щели сверху не было. А у нас ребята-любители делать какие-то вентиляции верхние. А пчелы, видим, что всем своим нутром пытаются это залепить. А при поднятии крыши, демонстрирующей вам периодически состояние пчелиных семей, то, чтобы было прилеплено крыша до... Оторвал, получается, положил, и оно уже на свое место не стало, соответственно, щелька увеличилась. Большое количество влаги. Кто-то будет утверждать, что в деревянном вообще нету.
Ну зачем рассказывать, что в деревянном нету, когда у нас там ходят, ну вон ребята, на, пускай будут те, которые любители холодной зимовок, придут они в мороз минус 10, смотрите, как хорошо сидят, поднимают крышу, а на крыше такой иней. Вы думаете, это не влага? Это та же влага, просто она при таком большом перепаде температуры, она просто-напросто замерзла. И поверьте мне, когда придет оттепель, эта вся влага сама никуда не испарится, так как она просто растает и ляжет на пчел. Так что смотрим второй. Вот, видим, пару капелек. Пчелы сидят отсюда, да, и тут да, есть. Да. Тут одна только лишняя. Он показывал, скажем так, ну, отводочки, не отводочки, семьи. Наши семьи, ну, тоже, как бы, ну, нельзя сказать, или наши больше, или его меньше. Ну, если смотреть, анализировать, когда он показывал отводочки в шестирамочках, конечно, семьи наши больше, которые выделяют больше влаги. Соответственно, если бы было бы так все плохо, было бы больше влаги. Но наоборот, у него, если в кормушке стоит вода, так у нас этого не наблюдается. Тут семейка побольше, видим тоже пару капель. Тут, ну, тут одна рамочка тоже лишняя. Есть какие-то большие проблемы? Опять же, вот видим, пчелы всем своим желанием хотели запрополисовать вот эту щель. Они рвались до этого. Но я вот этими своими телодвижениями пришел, показал, открыл, поднял. Ихнее все мастерство аннулировал. Друзья, смотрите, все смысла не вижу. Кто-то скажет, а у тебя влага стекает по стенкам, прошу прощения, и где-то она там, короче, много влаги. Давайте подойдем уже к этому улью, который без пленки. Не, я, Машенька, хотел поднять этот дно. И мы сейчас увидим, есть ли там у меня лужи влаги, которые стекают по стенкам. Лужи влаги где? Сухо? Да, сухо. Давайте покладем. Теперь мы посмотрим, как они сидят. Это без пленки. Тут, убравши пленку, крыша легла максимально плотно, как она только предусмотрена производителем. Так, смотрим сначала на пчел. Ну, пчелы тут есть. Тут есть. Тут не вижу. Тут вообще влаги не вижу. Так, и смотрим на крышу. Ну, на крыше вот. То камера не передаст, но это не влага. Это вот именно в этом углу. В этом же уже нету. Так что слова, сетка не есть хорошо. Сеткой надо уметь работать. Как стамеской надо уметь работать. Как щеткой, как ульем, как всем надо уметь работать. Потому что, ну, любой инструмент можно поломать, любые отношения можно сломать, друзья. Любой автомобиль ухайдокать. Все подразумевает, каждое изделие подразумевает с собой как бы условия эксплуатации. И если вы не разобрались, так это не значит, что сетка не есть хорошо. Не, просто я даже к Анатолию Стрельцу вообще, как бы, он показал, он этот первый год практика. Меня больше всего поразили комментарии под его роликом. Потому что Анатолий Стрелец пытается найти свою технологию. Но я ему скажу, что он не в правильном русле ищет технологию, так как, ну, уже приобрели теплые ули, возьмите с них толк. Анатолий, не помню по батькове, возьмите с них толк, потому что сквозняк толк вам не придаст. Это будет тот же самый деревянный улей. Тот же самый деревянный улей. Так что толку вы не ощутите. Взяли хорошие улья, возьмите с них толк. А в комментариях, конечно, у нас спецы такие. Друзья, вот покажите, что я не прав. Покажите, что я вот сейчас не прав. Ну, давайте еще посмотрим. Я не говорю, что нету ни капель. Конечно, есть какие-то капельки. Вот, видим капельки. Вот. Вот, поуронял. Есть какие-то капельки. Но это разве влага? При такой эксплуатации, где верх теплый, плотно, и сетка открыта. Ну, давайте вот еще седьмую. Видим, тут тоже есть пару капель. Много этой влаги? Много. Видим, тоже пытались прилепить.
Так что сетка — это хорошо. Просто надо научиться с ней работать. Все, друзья, на этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы. Кому не нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.